познакомился. Сейчас, подождите, потому что тут будет мое последнее слово. Держится. Ничего, я не толстый. С Татьяной я познакомился в 84 году на фестивале, всесоюзном фестивале бардовской песни в Киеве. Я был в командировке и приехал в лагерь бардовский и пошел, как говорится, по номерам, потому что в каждой комнате пели. И вот я пришел и увидел Татьяну. Она пела песни, я такие песни раньше не слышал. Это необычайно тонко, пронзительно, умно, мудро. Это настоящее. То есть именно то, что не надо объяснять абсолютно, почему это нравится. Если это нравится, значит, есть еще какие-то душевные силы, душевные фигуры, есть те связи, которые сразу возникают. И годы показали, что это, в общем, на всю жизнь. Вот. Я поклонник Таниного творчества. Я не мастер великие слова говорить, эти слишком громкие, потому что это не розовый туман никакой, это сама жизнь. Вот в ее песнях. Ну а теперь, вот, пожалуй, начну с чего. Я очень люблю поколение шестидесятников, очень люблю это поколение. Да и город Обнинск-то, в общем, был одной из столиц, скажем так, и научных, и культурных, как раз 60-х годов. Большой, тяжелый, грузный, обветшалый в траве по пояс, задумчиво перебирая шпалы, шел поезд. Не ехал, шел, колеса волоча, в лесах, как филин, ухал. Внимал скороговорочки горяча, в полях ромашки нюхал. Годой ему, чтоб лоху пса попробуй в шерсти достать их. Он жил, гордясь своей рабочей робой в шестидесятых. А нынче всем, кто помнил с букварей, в руках у нас винтовка. Он пел в краю небесных звонарей, кому не остановка. Но рвали дым, как знамя над трубою ветра эпохи, что время нам оставило с тобою стихи да вздохи. Большой, тяжелый, грузный, обветшалый, колечки нимбы пускает в небеса по старым шпалам, и мне за ним бы наш паровоз вперед летит. Теперь я не только на свои стихи пишу песни, но в первом отделении только свои пел. А сейчас я хочу спеть стихотворение Евгения Александровича Евтушенко. Его не стало, и для меня это эпоха целая ушла. Последняя попытка стать счастливым, припав ко всем изгибам, всем извилинам, лепечущей, дрожащей белизны и к ягодам с дурманом бузины. Последняя попытка стать счастливым, как будто призрак мой перед обрывом, и хочет прыгнуть ото всех обид туда, где давным-давно разбит. Я стал душой, я выскользнул из тела, я выбрался из крошева костей, но в призраках мне быть осточертело, и снова тянет в столько пропастей. И мы лежим с тобой не на постели, а на тумане нас держащим еле.
Я призрак, я уже не разобьюсь, но ты живая, за тебя боюсь. Последняя попытка стать счастливым, припав ко всем изгибам, всем извивам, лепечущей, дрожащей белизны, как ягоды с дурманом бусины. Александровича на митинге, когда он был депутатом Верховный Совет от Харькова. Был большой митинг. Вот, но я пел песни совершенно другие, то, что для митинга, как говорится. Время было очень оптимистическое, но память об этом осталась. Я на работе не рассказывал, чем я занимаюсь, обычно не любил. Кроме основной работы своего инженера-конструктора, и когда я выступал на митинге, моя сотрудница кричала: «Это ж мой начальник!» Она увидела меня на сцене. Вот. Работаешь, работа, песня, это совсем другое. Ну, Украина упорно стремится за рубеж, за границу, и поэтому вот сейчас будет несколько стихотворений, несколько песен. «За граница ловится на волне короткой, за границу ломятся робкий и неробкий. За границей радуги, за границей громы, за границей радости полные хоромы. За граница славится тем, что всех приветит. Спи, моя красавица, там тебе не светит. За границей ценится каждая минутка, а у нас не лепится сказка, прибаутка. Шел трамвай, 9-й номер, обрусевший чех. Он на родине бы помер, здесь живее всех. Шел и Карлс желтобокий, обрусевший венгр. Здесь он все земные сроки лихо опроверг. Если я на что сподоблюсь, Бог мне помогает. Жаль, что сам я не автобус, даже не трамвай». Теперь Франция, Париж. Здесь листва, как листва, и трава, как трава, но лягушки горланят на реках Пурпуа. Здесь и птицы поют тюлери, тюлери, дай ты что-нибудь. Говори, 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 как кубок, нерифмованный стих. Говори, как французы не любят чужих, и еще как с погодою нам повезло, как за гробом Стендаля лишь четверо шло. Александр Тургенев, Проспер Мельме. Говори о Бастилии, мрачной тюрьме, о волнах революции, республиках трех, чтобы дома я все повторить это смог. Но запомню лишь, как по-особому тут земноводные твари и птицы поют. Здесь листва, как листва, и трава, как трава, но лягушки горланят на реках Пурпуа. Плыл кораблик по сене, удалой, молодой, все мне было по фене, кроме мысли одной. И покуда не спекся, буду помнить всегда, как я мыслью растекся, где стояла вода. Возле Эйфелевой башни. Возле Эйфелевой башни мошенники дважды подбрасывали мне золотые колечки. Ваше месье. Возле Эйфелевой башни огромный чернокожий парень то и дело запускал в небо механического голубка. Возле Эйфелевой башни два араба дергали за нитки кукольного Микки Мауса, и американский мышонок лихо отплясывал под арабскую музыку. Возле Эйфелевой башни женщина в хиджабе обратилась ко мне по-английски: «Помогите, пожалуйста, я из Сербии». И я по-английски ответил: «Я из Украины, помогите». День десантника в Париже провести хотя бы раз, чтобы знали нас поближе, чтобы любили крепче нас. Вечер, Германия, Германия. Вагон удивительно чист, легко перед дальней дорогой. Цугфюрер, то бишь машинист,
Давай потихонечку трогай. Звезда надо мной высока, согретый овчинным тулупом. Я вижу плечо ямщика, и кнут занесен над крупом. Не торопись, мой маленький, в сказку чужую лезть. Из леденцов и пряников домик объеден весь. Из леденцов и пряников домик объеден весь. Вечер, пикник за городом, всюду видны следы. Битвы с немецким орденгом, шумной степной орды. Битвы с немецким орденгом, шумной степной орды. Встретив звезду вечернюю, гунны кричат «Лехаем!». Двинут толпой кочевники к поезду на Манхайм. Гномик вернется пьяненький, пискнет свое зергут. И леденцы, и пряники новым растут. И леденцы, и пряники новым растут. Теперь я познакомлю вас с творчеством современных поэтов России. Вадим Дулепов, он живет в Екатеринбурге. Время придумали немцы в Швейцарии, снег сочинили монголы в Сибири. В тысячи баянов морозы ударили, а вместо музыки сиплые дыры. Ветхих просторов полей с перелесками, пашни ногой до простуженных веток. Добрые люди, мы сами не местные, пишем по краешку тут напоследок. Добрые